В Буйнакской районной администрации прошло выездное совещание по подготовке населения к переходу на цифровое эфирное вещание и по отключению аналогового вещания общедоступных телеканалов. Обсуждали вопросы перехода на цифровое ТВ и что для этого необходимо сделать. В мероприятии приняли участие представители Центрального и Горного территориальных округов, Минкомсвязи Республики и РТПЦ. Говорили и о методах работы с населением по оповещению, где важную роль должны сыграть именно волонтеры. Также представители горных районов рассказали о своих проблемах по принятию телевизионных сигналов на местах. Напомню, переход Дагестана на цифровое вещание завершится 14 октября. Переход на цифровое вещание – это качество сигнала, это стабильность. И граждане должны понимать, что сегодня весь мир переходит на цифровое вещание. Соответственно, в России тоже проведена огромная работа. И в Республике Дагестан мы имеем возможность принимать цифровой сигнал. Соответственно, федеральные государственные каналы, 20 каналов, которые входят в два мультиплекса, граждане могут принимать в максимальном качестве. На сегодняшний день решается практически как бы на стадии согласования. Министерство труда и социального развития Республики Дагестан прорабатывает этот вопрос для компенсации приобретения комплектов льготной категории граждан.